Паразиты. Давным-давно одни существа начали жить в телах других. Они жертвовали своей свободой ради безопасности и благополучия. Мир стал полем боя в бесконечной борьбе между паразитами и их хозяевами. И это не древняя легенда. Даже сегодня эти невидимые паразиты обитают внутри нас. Часть первая. Невидимки. Южный Судан, получивший независимость в 2011 году после долгой гражданской войны. Страна бедных фермеров и пастухов. Это клиника, расположенная в глубине деревни Магос, в 15 часах езды от столицы Джуба. Накаль 9 лет, и она испытывает неимоверные муки. Из коленки плачущей девочки медленно извлекают живое существо. Это гвинейский червь, самый распространенный паразит в Южном Судане. Было больно, когда тебя лечили? Очень больно. Очень? Да. Когда было больнее всего? Когда его вытаскивали. Когда вытаскивали? Гвинейский червь относится к круглым червям, нематодам, которые напоминают длинную тонкую веревку. Научное название гвинейского червя – дракункулез. Жуткое существо, которое приходится извлекать через кожу, может достигать 2 метров в длину. Из-за своего шокирующего вида это один из самых ненавистных паразитов, известных человеку. К такой дурной славе добавляется тот факт, что он причиняет своему хозяину мучительную боль. Для людей этого региона гвинейский червь – отвратительная, но неотъемлемая часть их жизни. Когда происходит вспышка болезни, червь становится опасен для всей деревни. Женщины и дети подвергаются наибольшему риску. Сколько раз вы переносили заражение? Я болела, когда была младше, то есть это второй раз. Как вы заразились? Я не знаю. Адель, которая пришла в клинику с новорожденным ребенком, уже заражалась этим паразитом. Она болела, когда была маленькой девочкой. К сожалению, предыдущие заражения не дают никакого иммунитета против будущих болезней. И боль не становится меньше, независимо от того, сколько раз вы заражались. Почти все пациенты – дети и женщины. Им приходится терпеть невообразимые муки, когда паразиты извлекают из его убежища внутри тела. Женщины занимаются переноской воды.
Они добывают воду для всей семьи. Также они работают в садах. И иногда во время работы они используют источники воды, которые там находятся. В результате они постоянно продолжают заражаться из-за источников воды в этих садах. Так как же происходит заражение этим ужасным паразитом? Река, которая течет возле деревни, единственный источник воды для людей и домашнего скота. Река – дом водяной блохи, в которой живут черви. И когда люди пьют эту воду, личинки гвинейского червя начинают свой жизненный цикл. Блоха растворяется в желудке, но личинки выживают и приживаются в своем хозяине, человеке. Спаривание паразитов происходит через 2-3 месяца. Затем все самцы погибают, и остаются только самки со своими яйцами, живя внутри хозяина еще год. Все это время человек совершенно не подозревает о заражении. Симптомы проявляются только через год после заражения хозяина. Примерно в это время у червя начинают появляться личинки. Червь мигрирует в ногу человека и локализуется под кожей, вызывая сильное раздражение и жгучую боль. С этого момента паразит начинает контролировать своего хозяина. Человек опускает свою ногу в реку, чтобы облегчить боль. Именно это и нужно паразиту. Кажется, что хозяин идет к реке по своей воле, но на самом деле им управляет невидимый гвинейский червь. Заражение гвинейским червем заставляет человека погружать часть своего тела в воду, потому что он испытывает очень сильное жжение. Зуд локализован в одном месте. Там может быть опухоль, и она очень болезненная. И если появляется опухоль, обычно, когда организм борется с заражением, она становится очень горячей. Поэтому люди приходят к воде, чтобы погрузить свои конечности в воду для облегчения зуда, и в это время червь выбрасывает в воду сотни тысяч своих личинок. Бесчисленные личинки выбрасываются, когда язва носителя попадает в воду. И таким образом начинается водная стадия жизненного цикла паразита. Личинки свободно плавают в воде, пока их не проглотят водяные блохи. Теперь паразиту нужно переместиться в другого хозяина, чтобы начать наземную стадию своего жизненного цикла. Когда человек пьет воду, в которой есть водяные блохи, он или она становится новыми хозяевами для гвинейского червя. Потом, год спустя, хозяин снова выпустит личинок червя в реку. Освободиться от паразита довольно просто. Единственное известное средство – это извлечь червя из ноги хозяина. Ногу сначала очищают и дезинфицируют, затем погружают в воду, чтобы выманить червя. Когда червь протыкает кожу и показывается наружу, его наматывают на марлю и осторожно вытаскивают. Волонтеры, которые помогают с лечением, местные, которые тоже прошли через это ужасное заражение. И волонтеры, и пациент хотели бы вытащить червя с первой попытки. Но будет обидно, если червь порвется. Оставшаяся часть червя может начать гнить, вызывая серьезные осложнения. В худшем случае ногу приходится ампутировать. Накаль надеется и молит, чтобы червя, живущего в ее теле, извлекли как можно скорее.
Заболевание начинается иногда с общего зуда во всем теле, с тошноты, лихорадки, головной боли, и затем появляется опухоль и образуется волдырь. Ну а когда волдырь прорывается, показывается червь. Он выбрасывает вещество, которое вызывает иммунный ответ. В этот момент организм просто причиняет вред самому себе. Начинается по-настоящему мощный иммунный ответ, из-за которого и образуется волдырь. А уже после прорывается кожа. Жуткое зрелище того, как гвинейский червь разрывает кожу и показывается наружу, издавна производит на людей глубокое впечатление. В мумиях Древнего Египта находили следы заражения дракункулезом, а в папирусах подробно описывается лекарство от этой болезни. Некоторые ученые даже полагают, что огненные змеи в Ветхом Завете и есть гвинейские черви. В Библии есть отсылки к гвинейскому червю, хотя там не упоминается это название, которое появилось гораздо позже, но там говорится об огненных змеях. Министерство здравоохранения Южного Судана и Центр Картер работают над планом полного уничтожения этого древнего бедствия. Самый легкий и эффективный способ предотвращения заражения – пить воду, которая была очищена. Например, нейлоновая сетка, которая стоит меньше 1 цента, может помочь местным прервать цикл заражения, от которых они страдают. С начала 80-х годов, по нашим оценкам, как минимум 3,5 миллиона человек болели дракункулезом. Но сейчас это число снизилось всего до 500 случаев за год. И осталось всего 4 страны, где встречается это заболевание. Это Южный Судан, Эфиопия, Мали и Чад. Это один из немногих паразитов, которые способны управлять человеком. Только когда паразит будет полностью стерт с лица земли, такие дети, как Накаль, смогут жить без боли. Манипулирование паразита своим хозяином встречается не только в далекой Африке. Есть и такие, которых можно найти по всему миру. Это долина в провинции Кёнсан-Намдо в Южной Корее, самое начало осени. Лес наполнен насекомыми, которые мимикрируют под цвет зелени, окружающей их. Пронизывающий взгляд, мощные передние конечности, молниеносная скорость и непомерный аппетит. Богомол – король леса и высший хищник. Также он пользуется дурной славой из-за своей жестокости. Все благодаря общеизвестному факту о том, что самки поедают самцов после спаривания. Самки богомола пожирают самцов сразу после спаривания из-за потребности в питательных веществах на ранней стадии развития яиц в их брюшках. Но есть богомолы, в брюшках которых осенью оказываются совершенно другие существа. Богомол со вздутым брюхом ползет по долине. Он ищет воду. Богомол — наземное создание.
Так почему же это обитающее на суше насекомое ныряет в воду? Он пытается убить себя? По мере того, как угасает его жизнь, у богомола появляются на свет отнюдь не яйца. Вместо них из хвоста богомола медленно выползает паразит под названием волосатик. Меньше чем за минуту тонкий длиной в 1 метр волосатик выбирается из живота богомола. Волосатики относятся к группе нематоморфа. Эта группа родственна нематодам, которые более известны. И нематоды встречаются по всему миру. Они проникают в кишечник и вырастают из крошечного размера до очень большого, иногда до 2 метров в длину. Волосатики живут не только в богомолах. Они могут жить в целом ряде насекомых, включая сверчков, жуков и тараканов. Они манипулируют хозяином, чтобы тот стремился к воде. Хозяин прыгает в воду, и паразит выходит из него за несколько секунд. Так завершается его жизненный цикл. Когда же червь заражает насекомое, и как он в нем прячется? Давайте изучим жизненный цикл этого загадочного создания. Первым делом, когда червь выбирается из своего хозяина, он ищет себе партнера. Огромное количество волосатиков собираются в одном месте в поисках партнера. Это Гордиев узел. Желтые особи — это самки, темные особи — самцы. Обычно, когда вы видите Гордиев узел, самки находятся в его центре, а самцы их окружают. И яйца тоже всегда располагаются внутри. Люди часто их находят, они нередко встречаются, эти гордиевы узлы. Иногда люди приносят их в лабораторию, чтобы узнать, что же это такое. Черви обычно спариваются ночью. Они высвобождают феромоны, чтобы привлечь потенциальных партнеров. По-настоящему процесс спаривания начинается, когда самец поднимается и кружит вокруг самки. Черви, которые раздваиваются на конце, — самцы, а те, у которых хвост закруглен, — самки. Вскоре после окончания спаривания самки откладывают яйца. Одна самка может отложить до 20 миллионов яиц. Яйца откладываются длинными тонкими полосками. Через 2 недели они вылупляются и становятся личинками. Теперь личинке нужен хозяин, который вытащит ее из воды. Микроскопические личинки плавают в воде, пока их не проглотят водяные насекомые, такие как личинки комара. Принимая форму пузыря, личинка-паразит ждет внутри кишечной клетки личинки комара, пока та не выберется из воды.
червь наконец-то попадает на сушу. Несчастного комара поедает богомол, но в этом процессе паразит может переместиться в нового хозяина. Он устраивается в животе богомола и начинает там расти. Теперь он начинает управлять своим ничего не подозревающим хозяином. Когда приходит время, червь вынуждает богомола двигаться к воде. С помощью этой сверхъестественной способности контроля разума паразит получает возможность вернуться в воду. Удивительно, что червь может спрятать свое длинное тело внутри живота хозяина. Но еще более поразительно то, как он контролирует хозяина и заставляет его двигаться к воде. Это вынужденное самоубийство является наиболее ярким примером того, как паразит манипулирует своим хозяином. Как же волосатики стали способны на такой невообразимый трюк? Он вырабатывает собственные нейромедиаторы, чтобы манипулировать хозяином, но, кроме этого, он меняет экспрессию генов в насекомом, чтобы, по сути, активировать некоторые из его нейромедиаторов. И в результате чего паразита перемещают к воде. Я думаю, настоящая причина, почему так много паразитов способны манипулировать хозяином, в том, чтобы увеличить шансы перехода к следующему этапу жизненного цикла. Фильм «Сумасшедший» о паразите-волосатике, вышедший летом 2012 года в кинотеатрах Южной Кореи, поднял вопрос о том, может ли на самом деле волосатик жить в человеке, как это было показано в фильме. Это может шокировать людей, когда они случайно проглатывают этих червей. То есть иногда, если мы посмотрим в унитаз, то можем увидеть там одного из этих длинных паразитов. Это может вызвать сильное беспокойство. Но настоящий паразитизм — это не черви-волосатики. Живому существу невероятно сложно сменить одну среду обитания на совершенно другую. Это трудное и опасное приключение для таких паразитов, как волосяные черви, ради которого они вынуждены рисковать своей жизнью. Поэтому у них появились удивительные навыки манипуляции, чтобы перейти к следующему этапу жизни и продолжить выживание. Такая форма паразитарного контроля над разумом — эффективная стратегия выживания, которая дает паразитам массу преимуществ. Иногда в природе встречаются головоломки, которые кажутся неразрешимыми. Но когда весь пазл складывается, полная картина показывает, что каждая часть занимает свое важное место в целом. Паразиты и есть те важные части, которые дополняют всю экологическую картину. Юго-западный регион Соединенных Штатов славится хорошо сохранившейся природой с величественными горами, глубокими долинами и обширными участками лесов и пустынь. Кроме того, поскольку там представлен широкий диапазон климатических зон от прибрежных регионов до засушливых пустынь, регион является домом для множества существ, которые адаптировались к самым разным условиям. Несколько лет назад здесь была обнаружена очень необычная лягушка. Итак, что же делает ее необычной? Племенная ферма факультета биологии Университета Колорадо совершенно уникальна. В многочисленных черных катках лежат лягушачьи яйца и головастики, собранные на ближайшем болоте.
Вылупившихся на ферме головастиков доставляют в лабораторию и выращивают до стадии лягушек. В этой лаборатории профессор Питер Джонсон изучает болезни земноводных. И лишние конечности, и отсутствующие. Мы видели лягушек без глаз, лягушек со странными аномальными перепонками на коже, которые мешают им нормально плавать, с деформированными пальцами, полностью подавленным развитием частей их тела. В чем причина такого резкого увеличения числа деформированных лягушек в регионе? Это стало шоком для многих, и ученые сначала объяснили это загрязнением окружающей среды. Но вскоре они поняли, что есть гораздо более жуткая причина. После вскрытия деформированных лягушек и исследования их органов и крови, ученые обнаружили, что у всех лягушек есть кое-что общее. Все они были носителями паразита Риберойя андатра. Риберойя андатра – плоский червь, также известный как трематода или сосальщик. Они вызывают широкий спектр разных видов пороков развития у земноводных. Сосальщик стал самым известным паразитом в этом регионе. Так как же они увеличивают или уменьшают количество конечностей у лягушек, которые буквально в 1000 раз больше самих паразитов? Ответ заключен в уникальном сложном жизненном цикле паразита. Яйца Риберойи, находящиеся в помете птиц, вылупляются в воде и попадают в тела улиток. Личинки затем перемещаются в половые органы улиток и размножаются там с головокружительной скоростью. После нескольких стадий роста у личинок развивается подвижность. Они покидают тело улитки. Личинки плавают по ночам в темных водах в поисках следующего хозяина. Этим хозяином становится головастик. Личинки проникают в головастика через его заднюю часть, сбрасывают хвосты и поселяются внутри. Во время этого процесса они выделяют особое химическое вещество, вызывающее деформацию лягушки. Это химическое вещество влияет на конечности. На стадии головастика деформация остается скрытой. Она проявляется, когда головастик становится лягушкой. Зачем сосальщик вызывает деформации с помощью такого сложного процесса? Лягушки с деформированными конечностями обычно медлительны. И такая нерасторопность делает их легкой добычей для птиц. Смерть лягушки сигнализирует о новом этапе жизни паразита. Он как бы предоставляет своего хозяина в качестве добычи, чтобы перейти к новому хозяину. Чаще всего лягушки и улитки обитают в одном пруду. Но если вы попадаете внутрь птицы, то у вас появляется транспортная система, которая может перевести вас куда угодно. Птицы улетают за сотни и тысячи километров, и вы перемещаетесь по местности. Это огромное преимущество. Возможно, до 50% всех видов на Земле в какой-то момент своего жизненного цикла являются паразитами. Если вы живете на другом виде или внутри него, вы можете питаться самим этим существом, и вам не надо беспокоиться о таких вещах, как температура, охота за добычей. Не нужно волноваться и о поиске партнеров для размножения. Они тоже будут на этом хозяине. Выживание — это не только выживание одного существа. Выражаясь эволюционным языком, выживание означает передачу ДНК в процессе воспроизведения потомства.
Жизненный цикл паразита, на который не влияют изменения окружающей среды и который не требует больших усилий для охоты и размножения, кажется, находится на переднем крае эволюционных технологий. Это остров Барро-Колорадо, который образовался в результате затопления суши после строительства Панамского канала. Это заповедник в Панаме, где обитает бесчисленное множество видов флоры и фауны. Он действует как гигантский музей, посвященный тропической природе. Особенно многочисленные здесь муравьи. Есть муравьи-листорезы, бродячие муравьи и термиты. Это лишь немногие из бесчисленных муравьев, населяющих остров. Это термитник. Термиты строят его из сухостоя, который они собирают с земли. Они его пережевывают, а потом делают из этой массы свои термитники. Через некоторое время термитники, похожие на большие плоды манго, становятся птичьими гнездами. Таким образом, все лесные создания делятся своими ресурсами. Профессор факультета биологии Луисвильского университета Яновак – эксперт по экологии муравьев на острове. Парапанера, также называемый муравей-пуля. Поскольку его укусы похожи на ранение пулей. Он каждый день бродит по тропическим джунглям в поисках удивительных новых муравьев. Иногда его снаряжение напоминает снаряжение профессионального альпиниста. Все потому, что некоторые из муравьев, которых он ищет, живут высоко на деревьях. Это довольно опасная и трудная задача – лазить по деревьям с ветками, которые уходят высоко в небо. Лес – единое целое. Включая муравьев, которые живут в земле, а затем и в опавших листьях. Вероятно, в этом лесу обитает примерно от 400 до 500 видов муравьев. Максимальное количество видов муравьев, обитающих в лесном пологе, составляет 40% от этого числа. У нас, кажется, гости. Одно из замечательных свойств этого муравья в том, что он не жалит, так что его можно брать в руки. И еще они очень крепкие. У них твердый корпус, поэтому их легко брать в руки, наблюдать за ними и изучать. Так что работать с этим видом очень приятно. Я могу найти таких же Cephalatus atratus на множестве разных видов деревьев в этом лесу. Однажды, 6 лет назад, профессор Яновак обнаружил во время одной из своих вылазок наверх особенного муравья. Это муравей с очень длинным названием – Cephalatus atratus. Cephalatus atratus – тропический муравей с обширным ареалом обитания, простирающимся от Центральной до Южной Америки. Муравьи питаются в основном сухостоем и птичьим пометом. Хотя иногда они спускаются на землю, в основном муравьи живут высоко на деревьях. Они похожи на множество других муравьев, с которыми профессор Яновак сталкивается каждый день. Но однажды внимание профессора привлекло их раздутое красное брюшко. Мы с коллегами обнаружили, что есть паразит, из-за которого краснеет задняя часть муравья. Она становится ярко окрашенной. Этот паразит называется Myrmeconema neotropicum. Выяснилось, что около 5% колоний этого муравья заражены паразитом.
После заражения муравьи называются красными ягодными, потому что их брюшко напоминает спелые красные ягоды. Так зачем Мирмеконема неотропикум окрашивает брюшко муравьев в ярко-красный цвет? Ответ кроется в стадиях жизненного цикла паразита. Жизненный цикл Мирмеконема неотропикум начинается в помете птиц. Птичий помет – любимая еда муравьев Cephalatus atratus. В нем содержатся непереваренные части насекомых, которые очень питательны. Но еще в нем находятся яйца нематоды Мирмеконема неотропикум, которая окрашивает брюшко муравьев в красный цвет. Рабочие муравьи приносят птичий помет в свой муравейник. Яйца паразита вместе с пометом становятся кормом для личинок муравьев. По мере того, как личинки муравьев растут и становятся куколками, самцы и самки нематод перемещаются в брюшко муравьев. Даже после того, как куколки станут муравьями, их брюшко останется черным. На данном этапе невозможно сказать, какие муравьи заражены паразитами, а какие нет. Итак, что же происходит дальше в брюшках муравьев? После спаривания самцы погибают и разлагаются, а самки откладывают яйца, заполняющие живот муравья. Именно в это время брюшко начинает менять цвет. Когда оранжевые яйца начинают расти, они полностью заполняют брюшную полость. В результате брюшко становится ярко-красным и напоминает ягоды, которые любят клевать птицы. По своему поведению и внешнему виду они напоминают фрукты, что делает их привлекательными для плодоядных птиц. Это основное воздействие, известное нам на данный момент, которое паразит оказывает на муравьев. Таким образом, Мирмеконема неотропикум проникает в птиц, завершая свой сложный жизненный цикл. Заражение не гарантирует, что муравей будет съеден птицей. Лишь немногие несчастливцы привлекут внимание птиц и окажутся съеденными. Но Мирмеконема неотропикум подготовилась и к такому досадному обстоятельству. Паразит заставляет бедного муравья поднять брюшко, чтобы голодная птица легко его заметила. Это увеличивает вероятность того, что муравей будет съеден. В ДНК Мирмеконема неотропикум закодирована программа, гарантирующая, что паразит сохранит свое место в экосистеме панамских джунглей. Муравьи обычно не ладят друг с другом. Они не склонны взаимодействовать в позитивном ключе. Колонии занимают в лесу отдельные территории. Таким образом, паразит, заразив одну колонию, не сможет попасть в другую, если не облегчит каким-либо образом свою транспортировку. Птица съедает муравья и заглатывает большое количество яиц паразита, может быть, 1000 штук. Паразит не оказывает никакого воздействия на птицу, насколько нам известно. Затем птица перелетает на другое дерево и испражняется. И при этом все яйца нематод оказываются в ее фекалиях. Птицы свободно летают по острову, едят все, что хотят, и везде оставляют свой помет.
Многим из них захочется съесть планирующих муравьев, которые ползают с красными брюшками, высоко поднятыми в воздух. Хотя паразиты невидимы, они играют важную роль в экосистеме этого тропического острова. Будь то обширные земли Африки, тропические джунгли или леса с более умеренным климатом, паразитов можно найти везде, где есть их потенциальные хозяева. Итак, как насчет моря, которое покрывает около 70% поверхности Земли? Есть ли в море паразиты, которые манипулируют своими хозяевами и мечтают размножиться и заново начать свой жизненный цикл? Это пляж в Калифорнии, на западном побережье США. Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кевин Лаферти находит прячущегося в песке маленького краба. Этот песочный краб – самая распространенная ракообразная на этом пляже. Они зарываются в песок всякий раз, когда их накрывают волны. Эти робкие создания также являются жертвами паразитов. Паразит, обитающий в этом крабе, носит название колючеголового червя – скребня. Его личинка живет в крабе, а чтобы паразит стал взрослым, краб должен быть съеден птицей, поскольку взрослая особь паразита живет в кишечнике птицы. Краб с паразитом внутри – это более легкая добыча для птиц. Он не может быстро зарыться в песок, и это помогает птицам, но усложняет жизнь крабу, так как из-за этого паразита краба легче поймать. Профессор Лаферти изучает паразитов и их влияние на морские ресурсы в Институте океанологии. В его лаборатории множество исследовательских данных о различных паразитах, обитающих на побережье Калифорнии. Пойманный им сегодня краб содержит паразита, называемого колючеголовым червем. Колючеголовые черви – распространенные паразиты, встречающиеся у рыб, птиц и млекопитающих. Маленький белый овал, напоминающий рисовое зернышко – личинка червя. Так как же этот крошечный червяк манипулирует поведением краба? Скребни или колючеголовые черви способны изменять некоторые нейромодуляторы, такие как серотонин, внутри ракообразных, например, крабов. И, вероятно, таким образом они способны влиять на их поведение. Многие наземные паразиты контролируют поведение своих хозяев, чтобы проникнуть в птиц. Но есть паразит, который живет глубоко в океане и обладает еще более удивительными способностями. Это крабы-пауки, которые живут большими группами на дне океана и являются одними из самых распространенных крабов в Тихом океане. Это краб. Выглядит как краб. Самый обычный краб-паук. Это похоже на краба, но на самом деле это ракушка-паразит. Причина, почему я называю его ракушкой-паразитом, а не крабом, в том, что этот краб никогда не выведет крабиков, от него родятся только паразиты. Он меняет гормоны крабов, чтобы превратить их самцов в самок. Потому что самки крабов лучше заботятся о детенышах паразита, чем самцы. Личинки ракушек-паразитов ищут незараженных крабов и проникают в них через жабры или клешни, вводя клеточный материал глубоко внутрь хозяина.
Затем они формируют ткань, поглощающую питательные вещества краба, и создают мешок, в котором вылупляются яйца. В то время как краб-паук остается неизменным снаружи, внутри он претерпевает полную и шокирующую трансформацию. Мешок с яйцами паразита заполняет краба вместе с его мускулами и нервами, которые также становятся частью паразита. Внутри мешочка паразит начинает откладывать свои яйца. Яйца развиваются, и когда они готовы вылупиться, паразит вынуждает краба заботиться о детенышах, выпуская их в океан, где они позже становятся планктонными личинками. Он не умирает, не болеет. Краб не подозревает, что он заражен чем-либо. Паразит просто держит краба-хозяина в счастливом неведении. Он живет долго, и его основная задача — заботиться о яйцах паразита и его детенышах. Счастливый хозяин откладывает не свои яйца, а яйца паразита. Он машет клешнями, чтобы создать волны. Это позволяет яйцам паразита распространиться дальше и шире. Это обычный ракушечник, не паразит. Он живет на камнях или, в нашем случае, на мидии, и питается, поедая планктон из воды. Это предок наших паразитических ракушек. Здесь есть еще один ракушечник, тоже не паразит. Но этот ракушечник способен жить на панцире краба. Это первый шаг к тому, чтобы стать паразитом. Сначала вы живете на крабе, а затем через миллионы лет вы учитесь, эволюционируете, чтобы получать пищу от краба и чтобы стать паразитом. Много веков назад ракушечник эволюционировал, чтобы выжить, прикрепившись к панцирю краба. Затем один из его потомков эволюционировал, чтобы проникнуть в краба и управлять его поведением и даже полом изнутри. Теперь этот ракушечник стал идеальным паразитом, способным не только определять пол своего хозяина, но и контролировать его репродуктивное поведение. Паразиты, они живут в своих хозяевах и хотят размножаться, как любой другой организм. Но, конечно, их хозяин не хочет, чтобы паразит выжил. И поэтому паразит иногда может разработать стратегии для манипулирования хозяином, чтобы тот делал все, что ему нужно. Хозяева и паразиты находятся в постоянной гонке вооружений и разрабатывают все новые стратегии. Паразиты пытаются изобрести новые способы завоевания хозяина, а хозяева — новые способы избавления от паразитов. Миллионы лет назад одно существо начало жить в телах других существ. Оно принесло в жертву свободу ради безопасности и благополучия. Так началась борьба между паразитами, которые решили манипулировать миром, чтобы выжить, и их хозяевами, которые пытались остановить эти манипуляции. Однако не разрушения являются результатом этой продолжающейся войны. Напротив, извечный конфликт послужил двигателем, который стимулировал бесчисленные достижения в истории эволюции. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.
Паразиты. Слезы – наше самое мощное и действенное оружие, которое не дает паразитическим организмам в нас вторгаться. Даже сейчас все хозяева мира ведут бесконечную войну с паразитами. Часть вторая. Бесконечная война. Дети посещают экологический образовательный центр. Их любимая насекомая – бабочка. Сколько у нее ножек? 4, правильно? Это существо, от которого дети не могут оторвать глаз. У некоторых бабочек необычный вид, даже когда они пребывают в стадии гусеницы. Как эти уникальные отметины воспринимают дети? Что это за красные точки? Ее глазки, чтобы их не склевали птицы. Именно это гусенице и нужно. Хотя дети считают отметины гусеницы похожими на глаза, на самом деле это не глаза. Профессор Марта Вайс с факультета биологии Университета Джорджтауна является экспертом по бабочкам. Она давно изучает влияние интеллекта на поведение насекомых. Профессор говорит, что фальшивые глаза гусениц – защита от хищников, которая эволюционировала на протяжении многих веков. Когда мы можем рассмотреть гусеницу, мы видим, что у нее есть большие фальшивые глаза. Если она высунет голову из укрытия, из листьев, вы увидите большие желтые глаза, которые похожи на осу или что-то в этом роде. Они напоминают того, кто способен ее съесть. Это пример визуальной защиты, которую гусеница разработала, чтобы отпугивать хищников и паразитоидов. Эти пятна бывают самых разных цветов. Хотя хищникам они могут напоминать змеиные глаза, человеку они кажутся эффектными украшениями. Но есть гусеницы, у которых развился еще более необычный способ защиты. Несколько лет назад профессор Вайс наблюдала необычное поведение гусеницы возле своей лаборатории. На заднем конце у гусениц есть особая конструкция, которая называется анальной вилкой или анальным гребнем. Это небольшая полоска мышечной ткани. Гусеница накачивает кровяное давление в конец своего брюшка, пока давление не поднимется так высоко, что эта анальная вилка раскрывается, и оттуда на большой скорости вылетает шарик. Скорость составляет более метра в секунду. По наблюдениям профессора Вайс, шарики могут преодолевать расстояние в 40 раз превышающее длину гусеницы. Как если бы мужчина ростом 1,70 м стрелял фекалиями на расстояние 70 метров. Сколько крылышек? 4. Правильно, а сколько усиков? Выпущенный шарик действует как приманка, которая своим запахом уводит хищника, давая гусенице время уползти. Это отличный защитный механизм для гусеницы, у которой нет ни скорости, ни когтей, ни зубов. Красочные отметины отражают миллионы лет эволюционного развития. Таким образом, почти все существа на Земле оснащены стратегиями выживания, которые были разработаны для оптимальной эффективности и действенности. Здесь, в африканской саванне, где хищники и жертвы живут бок о бок, особенно важна потребность в эффективных стратегиях выживания.
Животные тут оснащены острыми рогами, мощными и быстрыми конечностями. Скорость или ее отсутствие может означать грань между жизнью и смертью. Некоторые животные вырастают настолько высокими, что могут наблюдать за хищниками издалека. Другие решили увеличить как свой размер, так и вес. Нет лучшей защиты, чем в стадах крупных животных, бродящих вместе. Каждое существо выработало свою уникальную и эффективную стратегию, чтобы ставить хищников в тупик. Есть даже животное, которое использует железный ящик, чтобы защититься от опасностей снаружи. Это животное, конечно же, человек. А как насчет такого животного? Являются ли черно-белые полоски, покрывающие его шкуру, еще одним способом отпугнуть хищников? Существует много теорий об этих полосках, и, возможно, каждая из них имеет место быть. Итак, одна из теорий гласит, что хищникам труднее, когда они преследуют стадо зебр. И еще одна причина может быть в мухах ЦЦ и других мухах, досаждающих зебрам. Кенийский национальный заповедник Масаи-Мара расположен в северо-западной части обширной экосистемы Мара-Серенгети. Здесь живут вместе бесчисленные дикие звери, и животные убивают друг друга каждый день, как это часто бывает в природе. Смерть происходит рядом с рождением, и каждый день на свет появляется новая жизнь. Животные научились защищаться не только от хищников. Они также выработали различные уникальные методы защиты от невидимых паразитов. В основном их поведение кажется бессмысленным неискушенному взгляду. На самом деле оно вызвано микроскопическими паразитами. Животные купаются в грязи и трутся шеями, чтобы почесать друг друга, когда им надоедают паразиты. Животные часто валяются в грязи или купаются в воде, чтобы избавиться от паразитов на коже. Они также постоянно обмахиваются хвостом, чтобы отгонять насекомых, переносчиков болезней, например, мух и комаров. Перебирание шерсти друг у друга у обезьян часто воспринимается как типичный пример их социального поведения. Но на самом деле они это делают, чтобы избавиться от блох и других паразитов, обитающих в шерсти. Паразиты атакуют как добычу, так и хищника. Но какой же паразит наиболее опасен для диких животных Африки? Несмотря на то, что животным Африки угрожает бесчисленное количество видов паразитов, самым известным из них является трипаносома. Паразит вызывает болезнь Нагана или трипаносомоз у животных и сонную болезнь у человека. Нагана и сонная болезнь, переносимые мухой ЦЦ, обычно встречаются в районе к югу от Сахары, где в основном и обитают эти мухи. Муха ЦЦ наиболее активна в сезон дождей, и число животных, пораженных заболеванием, вызываемым трипаносомой, в это время увеличивается. Ежегодная массовая миграция животных, происходящая здесь, частично связана с желанием избавиться от мух. Но есть одно особое животное, которое не поражается трипаносомой. Это зебра. Если поймать
муху или комара, которые недавно поели, можно проанализировать, чья на самом деле кровь у этого насекомого. Зебры родственны лошадям. Они являются частью группы животных, которые в действительности очень восприимчивы к трепаносоме и могут быть ее переносчиками. Но в природе такое встречается редко. Почему же зебры оказались невосприимчивы к трепаносоме? Может, секрет кроется в полосках, покрывающих их тела? Термин «пояс ЦЦ» относится к области с наибольшим скоплением мухи ЦЦ, которая выступает в роли переносчика трепаносомы. Это деревня в Уганде, расположенная в этом поясе. Шестидесятидвухлетний Эсаку Микел едва выжил после приступа сонной болезни всего несколько лет назад. Но он так и не восстановил силы полностью и не может заниматься даже легким физическим трудом из-за последствий болезни. Я заразился, когда меня укусила муха ЦЦ. В лесу, где я рубил дрова. Я ослабел после долгого сна, но мне нужно снова работать, рубить дрова. Профессор Альваро Серано из Ливерпульской школы тропической медицины является экспертом по мухе ЦЦ и сонной болезни. Первый шаг в изучении сонной болезни – поймать муху ЦЦ. Затем необходимо обследовать ее желудок. У сонной болезни есть одна важная причина. Дело в том, что когда эти паразиты попадают в кровь, они забирают всю глюкозу, сахар. А что происходит, когда у нас падает уровень сахара в крови? Мы чувствуем себя слабыми, нам хочется спать. У болезни есть еще одна стадия. Паразит может проникнуть в нашу центральную нервную систему. В результате он вызывает множество неврологических заболеваний, таких как деменция, потеря ориентации в пространстве, бессонница и так далее. Так что это очень неприятное состояние, и когда болезнь переходит во вторую фазу, когда она начинает влиять на наш мозг, то может оказаться даже фатальной. Итак, несмотря на безобидное название, сонная болезнь смертельна. Одна из самых больших проблем, связанных с этим заболеванием, в том, что его переносчика, муху ЦЦ, трудно контролировать. Слово ЦЦ на местном диалекте Ботсваны означает «муха, убивающая коров». Хотя мухи ЦЦ внешне не отличаются от других, это кровососущие насекомые, которые больше ничем другим не питаются. Самки начинают рожать через 17 дней после спаривания. За всю жизнь длиной в 2 месяца у одной мухи появляется 4 потомка. Яйца вылупляются в матке матери и выходят наружу личинками. Личинки сразу зарываются в землю, и через период от 3 до 10 недель появляются полностью развитые мухи. К счастью для мух, многочисленные жертвы только и ждут, чтобы из них высосали кровь. Мухи питаются как животными, инфицированными трепаносомой, так и незараженными животными. Мухи протыкают кожу своим длинным острым хоботком под прямым углом. Пришло время еды.
Трипаносома попадает в организм хозяина через слюну мухи. Затем она начинает размножаться простым делением в крови своего носителя. Иммунная система хозяина в ответ атакует незваного гостя, а трипаносома обманывает ее, меняя состав белка на своей поверхности каждые 2-3 дня. Одни паразиты проникают в органы хозяина через спинномозговую жидкость, в то время как другие попадают в следующую муху ЦЦ, чтобы переместиться к новому хозяину. Вернемся к разговору о зебрах. Мухи ЦЦ кусают бесчисленное количество животных и людей, которые потом страдают от наганы или сонной болезни. Но на зебрах это, похоже, никак не сказывается. В чем же причина этого? Как зебры избегают укусов мухи ЦЦ? Согласно исследованию, проведенному британским зоологом Джеффри Вагом, разгадка этого секрета кроется в их полосках. Джеффри создал объект, напоминающий зебру, и увидел, что на него садятся лишь немногие мухи ЦЦ по сравнению с полностью черными или полностью белыми объектами. На полосатом мух было меньше. Профессор Габриэлла начала более пристально изучать направление полосок зебры. В следующий раз, когда я вернулась с поля, я добавила свою версию этого эксперимента, которая заключалась в использовании полосатых мишеней с учетом того факта, что мухи передвигаются по равнине только горизонтально. Поразительно то, что горизонтально ориентированная полосатая мишень практически не привлекала мух, несмотря на сильный запах для их приманивания. Когда они летят мимо горизонтальных полос, у них нет сильного стимула. А когда они летят рядом с вертикальными полосами, они улавливают приманку. Это похоже на то, как мы едем в машине. Визуальный стимул очень важен. Поскольку деревья стоят под вертикальным углом, они заметны, когда мы проезжаем мимо них. Но поскольку заборы тянутся по горизонтали, мы проезжаем их под параллельным углом, и они не вызывают визуального раздражения, как деревья. Соответственно, полосатые зебры не привлекают внимания мух ЦЦ, и направление полос эволюционировало, чтобы усилить этот эффект. Зебры появились в Африке немного позже других животных. В результате их иммунный ответ на трипаносому был слабым. Это фатальный минус для животного, обитающего в регионе, населенном мухой ЦЦ. Но развивая метод, который еще не был опробован ни одним животным, зебры смогли добиться полной победы над своим противником-паразитом. Итак, сколько видов паразитов существует? И что конкретно можно определить как паразита? Карл Зиммер, научный писатель, предлагает следующее определение. На самом деле паразит — это тот, кто живет в тесном контакте с другим видом и приносит пользу этому другому виду. То есть, я думаю, если рассматривать паразитов таким образом, то очень много существ в природе — паразиты. Все начиналось, вероятно, с бактерий, крошечных маленьких клеток.
Но было много ответвлений, которые эволюционировали, как ветви дерева. И каждая из этих ветвей была отдельной линией, производящей разные виды. В одной ветви могут быть грибки, производящие грибы, в другой ветви — растения, деревья и цветы. В следующей ветке у нас будут животные. И вот у нас есть все эти ветви. И во многих из них развились паразиты. Если посмотреть практически на любого паразита, у него, вероятно, есть давний свободно живущий предок. Удивительно то, что это происходило так много раз, и так много новых видов паразитов эволюционировало, что большинство видов на Земле являются паразитами. Я бы сказал, что паразиты — это успешная форма жизни на Земле. Паразиты не только самая успешная форма жизни в истории эволюции, но и одна из самых многочисленных. Но не слишком ли односторонняя эта борьба между паразитами и их хозяевами? Есть теория о паразитах, называемая гипотезой Красной Королевы. Она была разработана в 70-х годах биологом по имени Уильям Гамильтон. Ему в голову пришла интересная идея, что паразиты и их хозяева соревнуются друг с другом. Итак, паразиты пытаются заразить своего хозяина и размножаться в нем. Но у хозяина есть защита. У него есть иммунная система, которая убивает паразитов. Итак, паразит постоянно эволюционирует, разрабатывая способ обойти эту защиту. Он ее обходит и делает хозяина больным, а хозяин развивает новую защиту, чтобы паразит не мог вызвать болезнь. Все это продолжается, и они в постоянной гонке. Красная королева — персонаж из продолжения романа Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Фигуры на шахматной доске участвуют в бесконечной гонке, чтобы не отставать друг от друга. Таким образом, в мире Красной Королевы нет победителя. Это верно и с точки зрения отношений между паразитом и хозяином. Значительная часть бесчисленных видов, существующих на Земле, сосредоточена в тропических регионах недалеко от экватора. Эти регионы также являются домом для многочисленных паразитов. Здесь, на острове Барро, Колорадо, в Панаме, можно наблюдать множество различных типов взаимоотношений между хозяином и паразитом. Муравьи-кочевники известны опустошениями и разрушениями, которые они сеют повсюду в лесу. Научное название муравьев — Эцетон бурчелли. Они кочуют большими колониями и нападают на свою добычу. Отсюда еще одно их название — армейские муравьи. Хотя ночь в тропическом лесу может показаться тихой, вокруг маршируют легионы муравьев, которых не слышно. Часто насекомые неожиданно погибают, если они слишком близко подходят к их процессии. Муравьи буквально оставляют за собой только разрушения. Но наверху ситуация иная. Некоторые существа получают выгоду от этих муравьев. Это породило целую группу сложных и интересных взаимодействий между видами колоний муравьев с бабочками, которые употребляют питательный азот из птичьего помета, так же, как с мухами, паразитирующими на членистоногих, которые пытаются убежать от муравьев или даже между муравьями. И поэтому птицы просто сидят на ветках и хватают насекомых, когда они убегают от муравьев. Они полностью зависят от муравьев-кочевников, которые снабжают их пищей.
Есть паразиты, которые не только получают пищу от муравьев, но и используют их в качестве своих личных инкубаторов. Это мухи-паразиты, которые парят над процессией муравьев-листорезов и нападают на них. Для этих мух муравьи – приемные родители, которые высиживают и растят их детенышей. У муравьев жесткий экзоскелет, поэтому на них не так много мест, где мухи могут отложить яйца. Самое уязвимое место муравья находится вокруг шеи насекомого. Мухи-паразиты летают над муравьями и откладывают свои яйца в мягких местах, в области шеи и головы у этих насекомых. Затем яйца вылупляются внутри муравья, а позже из его тела выходят сформировавшиеся личинки. При внимательном рассмотрении процессии можно обнаружить муравьев, сидящих на листьях, которые несут другие муравьи. Это редкое явление в сообществах муравьев, где трудолюбие – норма. В отличие от других трудолюбивых муравьев, бездельники, по-видимому, беззаботно сидят на листьях. Кажется, будто они танцуют, когда дрожит лист. Странно то, что некоторые муравьи как будто едут на листьях, которые срезали и несут другие муравьи. Но три или четыре муравья, сидевшие на листьях, не просто танцевали или перемещались. Они занимались каким-то более осмысленным делом. Позже мы поняли, что они находились там, чтобы отогнать мух-паразитов, которые нападают на муравьев и пытаются отложить на них свои яйца. Как видно из взаимоотношений между листорезами и мухами, паразиты оказывают глубокое влияние на социальную структуру своих хозяев. Но отношения между паразитом и хозяином не всегда остаются неизменными или выгодными только для одной стороны. Посмотрим вверх на эти деревья. Дерево, называемое бочерогая акация, из-за своих больших и толстых шипов является домом для одного вида муравьев. Этот муравей называется псевдомирмекс акациевый. Профессор Дэн Дженсен, мирмеколог, уже давно изучает отношения между муравьями и этим деревом. Посмотрите, внутри муравьиные личинки. Внутри этих отдельных шипов живут личинки. И есть одна муравьиная матка. Она поселяется в большом шипе, например, вот в таком. Затем она откладывает яйца, а рабочие муравьи разносят яйца по отдельным шипам. Итак, в каждом отдельном из шипов находятся личинки. Муравьиная матка откладывает яйца в шипы и заботится о них. И по мере их роста дерево становится королевством, сосредоточенным вокруг матки. Десятки тысяч акациевых муравьев живут на одном дереве. Бочерогая акация становится комфортным и удобным жилым комплексом для муравьев. Но это еще не все. Дерево также обеспечивает своих жителей пищей. Муравьи питаются этими небольшими нектарниками у основания листа, прямо вот здесь.
Нектарники производят сахар, большое количество сахара. Одно дерево, подобное этому, вполне может выработать чайную ложку сиропа, сахарной жидкости. Но сахар не единственный вид пищи, которую дерево предоставляет муравьям. Также они получают жиры и белки. На краях листьев образуются капельки, называемые бельтовыми тельцами, которые богаты жирами и белками. Благодаря этому акациевым муравьям не нужно уходить далеко от дома для охоты. Дерево обеспечивает их всем необходимым. Но неужели дерево ничего не получает взамен многочисленных преимуществ, которые оно дает? Разумеется, нет. Акациевые муравьи защищают дерево от потенциально опасных хищников. Они действуют как своего рода полицейские силы. Их предки были хищниками. Они ловили насекомых. Но они больше не охотятся на насекомых. Что они делают, так это хватают насекомое, убивают его и сбрасывают. Из охотников они превратились в полицейских. Они только и защищают дерево. У всех акаций на листьях есть медоносные железы, но у муравьиной акации они намного больше. А питательные тельца на кончиках листьев стали пищей исключительно для этого вида муравьев. Итак, дерево эволюционировало, и вместе с ним изменились и сами муравьи. Отношения между акациевыми муравьями и бычерогой акацией называют коэволюцией. Гонка вооружений между паразитами и их хозяевами длилась множество веков и оставила неизгладимый след на обеих формах жизни. Но иногда два противника становятся союзниками и устанавливают симбиотические отношения, от которых выигрывают оба. Есть ученый, который исследовал отношения между хозяином и паразитом, где используется совершенно другой метод. В 80-х годах Билл Гамильтон, американский биолог-эволюционист, выдвинул теорию, которую он проверил с помощью компьютерной программы. Его теория гласит, что паразиты оказали значительное и продолжительное влияние на эволюцию жизни. Они несут ответственность за появление пола. В виртуальном мире у него было две группы организмов, одна из которых использовала половое размножение, а другая размножалась бесполым путем посредством простого деления. Он запрограммировал компьютер, чтобы вызвать случайную смерть среди виртуального населения и увидеть, что будет происходить. Группа полового размножения не успевала за темпами разрастания бесполой группы. Но на Земле, где эволюция происходила в реальности, окружающая среда была полна опасностей. Поэтому Гамильтон добавил новый элемент в виде паразитов и обнаружил нечто необыкновенное. Появление паразитов представляло большую опасность для бесполых организмов. И тогда организмы начали размножаться половым путем, потому что столкнулись с бесконечными новыми генетическими проблемами, для решения которых они использовали наличие двух полов с целью не допустить полного уничтожения хищниками своего вида. Самцы и самки должны были смешивать гены друг друга, чтобы хоть кто-то получил возможность выжить, когда другие умирали. Вот в чем причина того, что так много организмов
которые размножаются половым путем, выжили и существуют в природе в настоящее время. Поскольку хозяева не могли тягаться с паразитами в огромной скорости размножения, они сделали пол новым мощным оружием против своих врагов. Но и это еще не все. Чтобы добиться полной победы над паразитами, хозяева стали использовать пол гораздо более тщательно и разборчиво. Они разработали критерии, по которым стали выбирать себе пару. Уильям Гамильтон, который первым предположил, что пол возник из-за паразитов, вместе с биологом Марлин Зук, опубликовал статью, в которой представил теорию выбора партнера. Итак, когда был создан пол? Почему у большинства организмов есть пол? И в чем суть бесконечных ритуалов ухаживания между мужчинами и женщинами? С точки зрения эволюции, пол — это трофей, полученный в результате борьбы с паразитами. Но даже пол не является неприступной крепостью против угрозы паразитов. Паразиты обычно находят способ обойти любую защиту, которую подготовил хозяин, и проникнуть в организм. Именно в этот момент хозяин должен использовать свое последнее и самое мощное оружие — иммунную систему. Иммунитет — это система, которая защищает тело в случае вторжения чужого организма извне. Есть два типа иммунной системы. Существует врожденная иммунная система, с которой мы родились, и адаптивная иммунная система, которая приспосабливается к пришельцам извне. Врожденный иммунитет — это система, которой мы обладаем еще до заражения. В нее входит наша кожа, волосы в ноздрях, слезы, слюна, грудное молоко и лейкоциты. Эта иммунная система быстро уничтожает болезнетворные микроорганизмы, попадающие в наше тело. То есть иммунитет автоматически реагирует на открытую поверхность нашей кожи и ткани непосредственно под кожей. С другой стороны, адаптивной иммунной системе требуется больше времени для ответа. Она распознает и атакует определенные патогены, попадающие в организм. И отвечает, борясь с возбудителями с помощью антител. Два типа иммунной системы работают вместе, чтобы защитить наш организм от паразитов. Рассмотрим нашу иммунную систему в действии. Сначала мы приготовили пробирки, наполненные слезами, слюной и грудным молоком, всеми материалами, которые вырабатывает наша врожденная иммунная система. А еще одну пробирку мы наполнили дистиллированной водой. Затем добавили бактерии стафилококка в каждую пробирку и культивировали их в течение суток. Далее мы наносили бактерии на стерилизованные клеточные культуры. Если физиологические жидкости обладают антибактериальным эффектом, при их нанесении на культуры никаких изменений не произойдет, в то время как культура с разбавленной водой покажет заметные изменения. Слюна и слезы содержат лизоцим, и это вещество расщепляет пептидогликан, из которого состоят клеточные мембраны, тем самым убивая бактерий. Грудное молоко содержит различные антитела, такие как лактоферин, которые препятствуют размножению бактерий. Но дистиллированная вода не содержит этих антител, что позволяет бактериям свободно размножаться. С
С помощью этого эксперимента мы можем увидеть, как наш организм борется с паразитами, которые пытаются в нас проникнуть. Различные иммунные вещества, содержащиеся в слюне, слезах и грудном молоке, защищают нас от чужеродных патогенов. Для борьбы с паразитами человечество разрабатывало и развивало иммунитет от самых простых, базовых, до более сложных иммунных систем. Хозяева поменяли свой внешний вид, социальную структуру, добавили пол и укрепили свою иммунную систему, чтобы бороться с паразитами. Теперь пора узнать о последнем оружии, которое есть у хозяев. Это обычное поселение в деревне Абури, в округе Тороро, в Уганде. Все дети, играющие в футбол, являются членами одной семьи. Хотя семилетняя Анна кажется столь же энергичной, как другие, она не может бегать так далеко, как ее братья и сестры. У нее появляется одышка и головокружение даже от небольшой нагрузки. Она страдает от серьезной анемии. Больно. И у меня кружится голова, даже если я немного побегаю. Мы ездим в клинику серповидно-клеточной анемии всякий раз, когда Анна чувствует себя плохо. Ее медсестра знает о болезни Анны. Она осматривает ее и дает ей лекарства. Серповидно-клеточная анемия, болезнь, от которой страдает Анна, врожденная. Хотя эта болезнь не приводит к немедленной смерти, заболевшие испытывают слабость и страдают задержкой роста. Пациенты обычно умирают до 30 лет. В деревне Абури, где живет Анна, нет водопроводной воды. Жителям приходится пить и использовать для мытья воду из общественного водяного насоса. Ношение воды – одно из самых распространенных здесь занятий для женщин и детей. Анна также набирает воду каждый день. Эта обычная для всех работа является изнурительной и даже опасной для Анны. В этом районе немало людей, зараженных серповидно-клеточной анемией. По этой причине в медицинском центре Нагангера была основана специальная клиника. Серповидная клетка – это простая мутация гемоглобина, при которой эритроциты, красные кровяные тельца, если смотреть на них в микроскоп, выглядят как серповидные клетки. В результате у человека с серповидно-клеточной анемией снижена способность переносить кислород в крови. Но польза для людей, страдающих серповидно-клеточной анемией и малярией, заключается в том, что малярийный паразит не может вырасти внутри серповидного эритроцита. Он там вообще не растет. Поэтому у таких людей не бывает такого же уровня болезни, как у людей с нормальным гемоглобином. Клетки имеют форму серпа. В отличие от нормальных красных кровяных телец, тельца серповидной формы не могут проходить через узкие сосуды и в конечном итоге свертываются, нарушая кровоток. В результате сосуды блокируются, а в некоторых случаях ткани сосуда даже могут подвергаться некрозу. Серповидно-клеточная анемия – врожденное заболевание.
Человек, получивший этот ген от обоих родителей, заболевает, а человек с геном только от одного из родителей становится носителем. В гетерозиготной форме любой малярийный паразит размножается очень неэффективно или с большим трудом, а в гомозиготной форме он вообще не может воспроизводиться. Серповидно-клеточный гемоглобин и гомозиготность — это очень плохо для человека. Они приводят к болезни, но в данном случае получается, что это выбор. Или заражение от малярийного паразита, или частичное заболевание. Регионы распространения малярии и регионы с большим количеством больных серповидно-клеточной анемией практически полностью совпадают. О чем нам говорит эта информация? Это неопровержимое доказательство того, что цель особой мутации гена заключалась в защите от малярии. Есть в природе еще один подобный пример, а именно группа крови Даффи. Помимо более распространенной классификации первой, второй и третьей групп крови, существует особый тип, называемый группой крови Даффи, который содержит антиген Даффи. Группы крови Даффи в Африке почти нет. Группа крови Даффи важна для одного вида малярийного паразита — Plasmodium vivax, который есть в Корее, и который также вторгается в эритроциты. То есть паразит вивакс использует Даффи, чтобы проникнуть внутрь красных кровяных телец. В Африке у людей практически не встречается группа крови Даффи. И здесь, в Африке, нет паразита Plasmodium vivax. Процесс, когда хозяева из поколения в поколение постепенно вырабатывают иммунитет к паразитам, называется генетическим отбором. Малярия оставила неизгладимый след в генетическом отборе людей во всем мире. Свидетельство этому можно найти в Юго-Восточной Азии. У нас есть другие примеры этих генетических типов, которые, возможно, более распространены в Юго-Восточной Азии, а именно болезнь талассемия. И есть нечто, называемое глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназой. Это еще одно очень распространенное генетическое различие между популяциями. Эволюция — это гонка между соперниками. Такие мутации, как серповидно-клеточная анемия, были компромиссом в борьбе с малярией. Это был выбор — прожить несколько десятилетий с плохим здоровьем, вместо того, чтобы умереть всего за несколько дней от малярии. Хозяин и паразит продолжают свою извечную гонку вооружений. Иногда предпочитая сражаться друг с другом, а иногда мирно сотрудничать. Из всего этого можно сделать только один вывод. Что бесконечная борьба между хозяином и паразитом была основой всей эволюции в истории жизни. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.